Учителя к съемкам в фильме готовы? Да, готовы! Родители и друзья выпускников готовы к съемкам в фильме? Все готовы. Нарядные выпускники, учителя и родители в Одинцовском округе прозвенели традиционные последние звонки. Самое главное, в этом году торжественные линейки прошли в очном формате. Дорогие ребята, я вам прежде всего желаю успехов на государственной итоговой аттестации. Я верю, что вы сможете собраться и показать все, чему научили вас 11 лет. Школьные годы подарили ребятам много радости, новых знаний, друзей и, конечно же, помогли получить бесценный опыт. Ну а последний звонок стал волнительным праздником для всех. Я очень благодарна, на самом деле, всем учителям. И сейчас понимаю, насколько этот год был очень важным для всех нас. И какие эмоции вообще мы получили, наверное, такие, которые не получали на протяжении всех лет. Вот, очень грустно, конечно, это осознавать. Но впереди еще минимум 6 лет учебы в университете, поэтому нужно к этому тоже готовиться сейчас. Выпускники подготовили праздничные номера и выразили благодарность своим учителям, а педагоги пожелали ребятам успехов и новых горизонтов, и еще раз вспомнили про достижения своих учеников. У нас в этом году выпускается 78 выпускников из 3 классов, 2 экономических и 1 лингвистического. Замечательные ребята. Я уже подчеркивала, что они настолько результативные, что вот участвуя в олимпиадах, у нас 44 человека стали призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 7 из них стали призерами на региональном уровне. Для 11-классников это еще не прощание со школой. Впереди экзамены и выпускной. Но свой первый шаг навстречу взрослой жизни ребята уже успешно сделали. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».